Я Франциско Гульдерлан из Бразилии, бойцовский клуб PRVT. Знаешь, что мой соперник тоже очень усердно готовился к нашему бою. Он прекрасно сложен. Лишь один бог знает, кто из нас победит. Но это станет известно после того, как закроется дверь восьмиугольника. Красный угол, добро пожаловать, боец из России! Дамы и господа, приветствуйте Салма Шамалтаге! Я Салман Жамалдаев, бойцовский клуб «Ахмат». С нетерпением жду своего очередного боя. Мой соперник очень опытный. Его сложно будет удивить. Но у меня тоже есть для него несколько домашних заготовок. Fighting out of the blue corner. Ему 35 лет, рост 171 сантиметр, вес 65,8 килограмма. 35 years old, he stands 171 centimeters tall. Official weight 65.8 kilos. Его профессиональный рекорд 55 боев, 39 побед, 16 поражений. His professional record 55 bouts, 39 victories and 16 losses. Его стиль бразильское джиу-джитсу. His style Brazilian jiu-jitsu. From Brazil, please welcome Francisco Boco Loco Гультерлан. И его соперник красному углу. Бойцу 26 лет, рост 176 сантиметров, вес 65,8 килограмма. Его профессиональный рекорд 8 боев, 7 побед и только одно поражение. Его стиль – греко-римская борьба. Представляющий бойцовский клуб «Ахмат» Россия, приветствуйте Салма Шамалтаев! Рефери боя Шот Ашукян. Ну вот это любопытно по двум причинам данной поединки. Во-первых, 55 боев Франциско Гульдерлана. Понятно, да, вдумайтесь, что... просто. Да, 55 боев. Очень много. Весовая категория 66 килограммов, тем более, и 35 лет. Этот человек уже давно состоялся, и, честно говоря, каждый новый выход здесь уже это преодоление прежде всего себя. Да. А, что касается Салмана Жамалдаева, 7-1, проспект, греко-римская. Да, греко-римская борьба, все верно, и что очень приятно. Я всегда, когда вижу бойцов, которые выходцы из классики, с которой я тоже начинал, мне прям радуется сердце, потому что классики, они достаточно давно уже смешанных единоборств, и зарекомендовали тогда и продолжают рекомендовать себя как действительно очень хорошие бойцы. Но тут есть очень важный момент. Получается у классики адаптировать свою борьбу к смешанным единоборствам или не получается? Вот если ловят бойцы свою сильную сторону, то все у них в итоге складывается хорошо. Включая здесь мельницу в добивании. Много по защите, но он и через защиту сейчас, я думаю, просадит. И останавливает, мне кажется. Да. Да. Забил. Ну и здорово. Ничего бразилец вообще не показал. Не успел. Тяжело попал. Ну, я думаю, тут может быть даже не одно какое-то конкретное попадание, а именно много насыпано. Да, много насыпано. И когда-нибудь, кстати, да, приходит качество. К вопросу пробить именно через перчатки, про это забывается, удар даже по защите, по глухо приложенной, если он сильный. Ну, по-хорошему у нас нет защиты в перчатке. Да, Жамалдаев бьет сильно. Он вполне способен, тем более возрастной спортсмен, 16 поражений, понятно, да? Они были не просто потому, что соперник каким-то образом не бил его. Это все сказывается. Опыт не помог. Мне кажется, вот этот Мавайси слева такой кривоватый, но хорошо попавший. Он
и как раз и просадил, выбив кондиции. Мне кажется, там потом уже, уже правый такой киперкот какой-то дошел. И даже обратите внимание, на объявление выйти не смог, видимо, тяжело попали. Салмана с победой.